Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живия, и со мной сегодня Вадим Шлак. Всем привет! Мы сегодня собирались на магнитную рыбалку на это место не просто так. Все дело в том, что вот подписчик написал нам комментарий с координатами и указал, что видел своими глазами, как вот с этой проезжей части съезжали какие-то бандюганы или кто-то еще, и то ли по глупости, то ли специально скатили банкомат. Возможно, полный бабок прямо в воду. Поэтому мы и взяли с Вадимом Шлаком сегодня магнит, чтобы его вытащить и достать оттуда бабки. Да. Классно? Да. А зачем Вадим Шлак, спросите вы? Затем, что банкомат тяжелый, и один я с этим не справлюсь. Так что, Вадим Шлак, будь наготове. Я уже готов. Помогать мне тащить банкомат. Я почему в воде стою ногами, не понимаю? Ты на бетонке, я в воде. Как повелось, извините меня. Магнитная рыбалка — это не самая такая, так скажем, комфортная история. Я чувствую, как вода в ботинок заливает. Опа. Зацеп. Тихо. Банкомат с кучей бабла, ребята. Смотри, пузырится. Сейчас я его вытяну. Не тяни тогда, там же деньги, они промокнут. Да. Чем быстрее вытащишь, тем больше шансов. Там же сейф должен внутри быть. Так, да, смотри, я прям что-то тяну. Прям стопудово что-то тяну. Да, даже я что-то видел, что-то блеснуло. Неужели это... Блесна. Да нет, что-то большое, слушай. А, срывается, слушай. Блин, оторвалось. Ну, пузырится прям здесь. Значит, прям тут находка-то. Да. Давай быстрее. Да. Да ё-моё, здесь, короче, вот эти плиты, которыми ты, о которых ты мечтал, по факту очень мешают магнитной рыбалке. Мне не волнует, мне нужны деньги прямо сейчас. Ну, правда, если честно, по весу, я тебе сразу скажу, что это отнюдь не банкомат. Ты что, банкоматы поднимал? Да, тогда... вот в этом видеоролике. Забыл, что ли? По подсказке посмотри. Так что... Блин! Вообще жесть, ну там стопудово у нас есть зацеп. И... Тихонечко вверх поднимай. А может, и банкомат, слушай, блин, такой тяжелый. А твой магнит точно банкомат бы поднял? Да, он на 700 килограмм, а банкоматы в среднем по 400. Грамм? Килограмм! С ума сошел! Ты давай, что ты... Чем быстрее ты сейчас вытащишь, тем быстрее мы достанем оттуда деньги и пойдем отдыхать. Шашлык, все дела, солнце вон светит. Вот, смотри, видал? Во, я вижу банкомат. Вот, 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 вот! О, видишь, низ банкомата, значит. Да кого? А, ты сервер из него вытащил. Это комп какой-то. Так ты не понимаешь. Это охранная система банкомата была. А, ну так-то внутри банкоматов там реально компьютеры стоят. Конечно, вот. И сразу видно, системная плата компьютера здесь есть. У него были проблемы небольшие. Погорело, это значит, да. Банкомат жгли бандюганы. Нет, перегрелся банкомат, вот, вышел из строя. И, соответственно, все системы дали сбой, бандюганы его забрали. А, чтобы типа не это, не ну, смогли да. достать. Типа... Он был неисправен. Ну, слушай, да, смотри, это реально какой-то нестандартный корпус, он сильно отличается от привычного нам. То есть мы обычно привыкли здесь видеть всякие дисководы спереди, что-нибудь другое, да? А здесь спереди нифига нет, это какой-то прям системный блок именно. И плату такую, я, если честно, берегись. Вижу впервые. Интересно. Значит, мы знаем примерное местоположение. Так, все, это в сторону. Знаем примерное местоположение. Откуда я вытащил, получается, сервер банкомата, значит, примерно там должен быть сейф. В сейфе хранятся бабки. И интересно, сколько мы сможем сегодня денег поднять, а? Так, ну что ж. Опа, что-то зацепил. Прям чувствую, что-то зацепил. Прямо банкомат? Ну, слушай, тяжелее, чем сервер, стопудово. Блин, что такое? Подожди. Поднапрягись. Что-то застрял. Сильнее тяни. Давай, да подожди ты. Тогда вас вдвоем, ты что? Да подожди ты, не миш... Застрял, Витя. Тяни сильнее. Да никуда вообще, смотри, застрял. Да я попробую. На, пробуй, что? Давай, тяни. Ничего у тебя не получится. Все, жестко встало. Да сильнее тяни! Давай вдвоем, ё-моё! Давай, оператор, давай. Тоже помогай! Все, задолбался. Всё, да, я сам буду. Да тяни, сколько влезет. Ой. Ты что сделал? Да блин! Веревка порвалась. И что делать-то теперь?
Да не расстраивайся, новую купим. Так на чем мы ее купим-то? Зарплата только через неделю. Да подожди, у тебя же тачка есть. Ну да, есть. Значит, есть вариант подзаработать. Как? Регистрируйся в таксидрайвере. Это отличное и удобное приложение. Ну у меня так-то работа уже есть, Вия. Ничего страшного. Выполняй заявки тогда, когда захочешь, в любое удобное время. Так деньги-то сейчас уже нужны на веревку. Это вообще не проблема, потому что регистрация здесь быстрая и без заморочек. Вот видишь, ничего сложного здесь не надо, просто заполняй анкету и все. Но у меня нет времени мотаться по городу. Так и не надо мотаться, ты можешь выбрать удобную для тебя заявку, потому что маршрут виден сразу. Например, можешь ехать по пути до работы или обратно домой. А где? Да ты че, просто ныряй по ссылочке в описании и качай приложение. Эй, ты куда? Тут заявка у меня по пути. Сейчас довезу и вернусь с веревкой. Ну давай. Так-то вообще капец удобно. И реально подзаработать можно. Ах, красиво тут. Уточки. Где-то здесь. Вия. Смотри, тема-то реально мощная. Я на новые магниты, на веревку заработал. Красавчик, ну давай вернемся тогда к нашей магнитной рыбалке и достанем уже этот банкомат. Давай помогай распутывать. Давай, кидай уже туда. Как надо распутывать? Бабки-то где? Еще надо денег. Бабки в банкомате, а банкомат надо поднять со дна. Ну вот и доставай. Сейчас я сделаю, только запутанную веревку купил, блин. Я ее запутал, пока путал. Ну, понятно. На эту штуку. Не запутывал. Мог все нормально сделать. Качественно, как говорится. Торопился я. Ну ладно, ладно, зато молодец, подзаработал. Красавчик. Вот, давай теперь еще одну находку надо. Еще так. Один банкомат. Еще один сейф. Мы еще не один деньги не нашли. Надо. Тихо, тихо, тихо. О, это точно. Есть зацеп. Что-то поймал. Чувствую прямо. Что-то поймал. Смотри, видал? Вот он наш банкомат. Вот он наш родимый. Аккуратнее смотри. О, смотри, пузырища-то пошли. Ты смотри, все. Давай аккуратней только, понял? Тихо, тихо, а я тяну его. А то еще за одной веревкой я не поеду больше. Это ты вообще-то дергал так жестко, слышишь? Времени нету, надо действовать быстрее. Да я стараюсь, делаю все, что от меня зависит. Находка Воник, тяжелая, сам понимаешь. Здоровая. Ты акулу там не вытащи. Блин, опять за что-то зацепился. За банкомат. Ух ты. Это что такое? Кусок банкомата, что опять какой-то? Это ножка от банкомата? Видимо. Фу, воняет. Конечно, воняет, это болото скинули. Так, ну знаешь, это в натуре, это похоже. Это вот ножка от банкомата? Да, вот он. Да что такое так все? Стоял. По кускам, видимо. Хватит отрывать уже от него там все. Сейчас, значит, туда же, где да ножка была. На металл пойдет. Сейчас. Туда! А! У тебя нога хрустнула. Блин. Так. Так, это в сторону. Все, ножки от банкомата меня больше не интересуют. Таких четыре, то есть еще три осталось, блин, понимаешь? Ну, не вытаскивай их. Я что вижу, понимаешь. Что ли, что я вытаскиваю, с ума ты сошел? Ты примерно понимаешь, где что находится от банкомата. Откуда я что понимаю? Вот если там был сервер банкомата, значит, где-то рядышком, сантиметров 10, лежит этот сейф. Сейф. Ладно, как скажешь. Блин, близковато кинул, если честно. Да, там было подальше намного. Вон там даже круги еще не ушли, ну все, уже ушли. Ну понял, в следующий раз туда брошу. Сейчас попробуем. А не, слушай, я что-то чувствую. О! Что-то прям капитально такое. Что-то тянешь. Что-то но. Ты случайно автомобиль только не вытащи, понял? Блин, сорвалась опять. Об эти... Опять сорвалась, да что ж такое-то? А что? Так там то ли поддон, то ли что. Ну я прямо его чувствую, капнул находку. Капнул? Да, капнул на меня. Так это жижа, добро пожаловать на магнитную рыбалку. Жижа и капнул. Отсюда вообще чистыми не возвращаются. Опять капнул на меня, уже вон. Думаешь? Капнул на него. Это что, маскировка что ли? Это от комаров, лайфхак, между прочим. Вот где-то здесь, короче, находка. Вот она прям, может быть, это и сейф есть, кстати говоря. Поднимай. Вот, блин. Оторвал. Опа, а что-то на магните есть. Монета? Миди? Камень? Камень волшебный. Волшебный камень. Ну, магнит. Ну, на металл такой не примет. А что, надо показать, блин, что магнитится? Вот она. Блин, короче, находку чувствую. Поднять не знаю как. Эх. Так а ты что думал? Думаешь, банкомат так легко достается?
Фиг там. Уже 10 должен был банкоматов достать. Пытаюсь, как могу. Но я прям чувствую, что я что-то тяну. Я пока ничего не чувствую. Так ты зачем оторвал-то? Ничего не оторвал. Да оторвал, ты видно, все видели. Разводишь меня, ничего там не было. Ой, стой, 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 там. Кусок банкомата. Я думал, да, но это ключ от ключ сейфа. От сейфа. Ключ от сейфа. Такой старый ключ. Он используется в старых сейфах и гаражных дверях. Офигеть, вот это джекпот. Все, доставай чертов сейф, и у нас все будет. Все в ажуре. Че ты? Я проверяю твою зацепы твои. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он зацеп. Ой. О-о-о! Это поддон от банкомата? Да какой поддон от банкомата? Это та фигня, которая мешала мне находки доставать. А-а-а. Сейчас мы ее уберем в сторону. И нафиг ее сейчас. А почему поддон утонул? Чистые джинсы мне все запакал. Да кого чистые? Я же тебе сказал, что с магнитной рыбалками. Ты чистыми. Это сказал уже, когда я пришел сюда. Чистыми не возвращаемся. Пойдем в банкомат, купишь новые. Конечно, в чем вообще проблема? Ну, давай. Так, тихо, главное. Вот, главное сейчас не потерять ее. Так. А может, ты потерял уже. Опять, смотри, да что такое-то? Да подожди, ты неправильно кидаешь просто магнит. Да сам бросай, раз такой умный. Сейчас и брошу, сейчас и достану. Вот так кидают магнит профессионалы, понимаешь? И вытаскивают с середины реки, ты весь грязный почему-то там. Да ладно, почему же? Мне так кажется. Ну я-то поменьше грязный. Так это, это комаров защита, ты ничего не понимаешь. Так, ну что? Один хрен летят сюда. Что, что-то есть, да, что-то вроде жижу есть. Вытащут. Или жижа. Жижу вытащат. Подстава, ну классно. Какая-то. Надо нормально бросать. Вот что я за 10 минут достал. Крона. Это все... Тут ничего нету больше. Это все фигня. И вообще я подумал над одним важным вопросом заранее. Как бабки делить будем? Короче, если ты сейчас ничего не достаешь, я просто ухожу отсюда. Ну иди, мне больше достанется. Я-то подписчикам доверяю. Но давай по чесноку. Чтобы типа бабки пополам... А где канат? Вот он. Чтобы бабки пополам поделить... Один бросок я, один бросок ты. Давай. И вот кому достанется непосредственно банкомат, тот бабки и заберет. А? Ты хотя бы хоть что-то вытащишь. Тихо, что-то держу. Хоть дверь мне покажи. Тихо. Пока я ничего не вижу там. Я вижу, что. Вот, ты... смотри, видишь? О, это сейф. Очень не похоже на сейф. Как не похоже? Сейчас на новым магнитом опять поеду. Только теперь уже ты. Поедешь. Блин, опять в том же месте застрял. А ты не думаешь, что он застревает в том месте? Где потому банкомат? Что там, да, тяжеленный банкомат. Ну тогда не мне одному в такси-драйвер-то устраиваться придется. Хорошо. Вместе будем работать на новые веревки. Тут в натуре расход-то по этим веревкам и по магнитам сейчас. Ой-ой-ой, какой, блин, оторвалось. Ну хорошо, хоть не канат в этот раз. Ну теперь-то я... Твоя очередь, умник. Давай, что, я-то... Я пустой, но зато я примерно знаю, где он должен быть. Мне кажется, я знаю, где он должен ну, быть. Ну-ну, сейчас и посмотрим. На что посмотрим? У кого будет банкомат? О, у меня банкомат. Тяни, тяни. Я тяну. Блин, на туре пузыри он пошли. И что ты там матькаешь? Он отцепился, как ага, ты говоришь, ага, вот здесь. Ага. Понятно все. Давай. До свидания. Сейчас я достану банкомат. И все. Постирал, значит, я новые вещи. Опа, что-то тут цепанул. Так. Так. Опа! Это что? Постирал он вещи. Это труба? Тихо-тихо, это может быть оружие убийства, по-моему. Хотя, это реально топор. Топор. Ну смотри, он обгрызанный. Оружие убийства банкомата. Нет. Да-да-да, оператор прав, смотри. Это не просто топор, а топор-то пооткусанный со всех сторон. То есть, именно с ударной части. Да а значит, что? Не понимаете. Били по металлу, по толстенному металлу. Этим топором пытались скрыть банкомат. Нет. А что? Это охранник стоял возле банкомата, ему делать нечего, он грыз топор. И вместе с банкоматом
Охранник там. Да ну, не гони так. Я думаю, все-таки это было оружие, которым вскрывался банкомат. А вы, ребята, напишите, твой черед. Давай. Давай. Умник. Да где чертов банкомат? Мы тут уже полдня. Давай, давай. Че, мы же все это чистые тут. Нам надо больше грязи. Давай. Давай. Да. Опа, 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 там что-то было, там что-то было. Он зацепился вот здесь. Намертво. Тяжелый банкомат, а? О! Че? О! Я тебе говорил! Че ты мне говорил? Деньги-то да это делал. Корпус только! Корпус, это корпус от банкомата, это фигня! Сейчас прикинем, как это было. Так, сервера у банкоматов, как правило, находятся снизу. А это корпус. Устанавливается. О! Так он как родной. Так он и так родной. Все, зацепился. Я попал в крепление. И где-то здесь находится чертов сейф. И вот, собственно, смотри. Этим топором вот так вот это все дело отцепили, разделали. Мне так не кажется. Достаем топор. Сейф. Топор мне дай. Вот так охранник стоял с топором и охранял этот сейф. Ты ничего не понимаешь. А когда ему скучно, никто не грабил банкомат, он... Вот ты олень, а. Ну-ну, вот видишь, я же тебе показал, что есть вероятность того, что здесь должна быть капсула с деньгами. Да это все знали, что в банкомате есть капсула с деньгами. Вот, а я вытащил, значит, большую часть, значит, большая часть прибыли моя. Не, это вообще так, ничего нет. Не значит. Я достал почти сердце его. Ничего это не значит. Как не значит? Да вот так вот. Это что? Это ты мне пустой магнит хочешь продемонстрировать? Да бутылка это что? Ну, меня смотри, смутило. Аккуратно. С бутылками давай аккуратно. По две, давай по два броска, а то что ты? Ну, давай по два. Пиявки еще на магнит налипли. Ё-моё. А. Приятно. Угу. О, смотри. А пахнет я... Ой, я... Не, я могу это, душ делать. Вставай, мойся. Пошел ты. Душ, блин. Я весь вообще, у меня, кстати, душ вообще сейчас не помешал бы. Опа. Вот, опа, 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 зацепик, 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 зацепик. Так, что это у нас? Так. О, это купюроприемник. Думаешь? Это деталь купюроприемника, я тебя уверяю. Какие пользуются? Да когда электричеством там вот, вот где-то здесь примерно она была, находилась вот как-то вот так вот, плюс-минус. Угу. Переборщил. Бросай давай магнит, умник. Я твоя очередь. Ты сейчас давай, я подсоберу. Ты мне лучше давай дальше рассказывай свои байки вот. Про купюроприемники. Получается, от купюроприемник сюда вставляется денежка. И сюда она заходила. То есть нам нужен сам сейф найти. Надо сам сейф найти. Сам сейф. Сейчас я тебе достану сам сейф. Ставь лайк, если отключили горячую воду в дом. Блин. Блин, ты чего? В натуре же отключили. А у меня отключали давно. Тебе теперь, повезло. И теперь у меня... Пустой! Еще давай два, второй бросай. Два раза кидаем же. Да он левее было, левее у меня был зацеп. Левее? Да, да, да. Ну, сейчас, значит, я вытащу. Ну-ну. Я уже чувствую, что там ничего нет. Все. Так потому что ты это... Не умеешь находки ловить. Все, моя давай. Моя очередь. Моя очередь. Фу, опять набрызгал на меня тут. Опа! Сразу кинул, чувствую зацеп. Прям вон оно. Пошла. Пошла вода по трубам. Опа! Опа. Пила, ага. Которая что делали? Охраняли сейф. Да заткнись, ей вскрывали чертов сейф. Ей... Это что такое? Что там? Что-то странное. Пуля. Пуля? Пуля. Снаряд. Видал? Магнитящаяся пуля. Стреляли. Просто она вся это покрылась, видишь, налипами. Это пуля. Может выстрелить, осторожно. Но меня только интересует вот... пила. Пила, которой этот банкомат тоже пытались скрыть. Но что она довольно свежая. Пилили чем, как говорится, придется. Ты бросай пока, бросай. Что бросать-то? Кого? Магнит? Ой. Фу, блин. Вот, короче... Дела идут. Мы где-то рядом. Мы где-то рядом, но все еще чертовски далеко, а? Ну ты что там? Я пытаюсь найти магнит. Он на конце веревки. А, я думал с другой стороны. Чуть-чуть левее, вот левее надо, я думаю. Вот, да, как-то так, давай, тяни.
Но ты не переживай, весь этот трипер, который сегодня подцепим, он полезный, лечебный, понимаешь? А, что еще бывает лечебная грязь. О! Во! Что-то поймал. Говорю же, он левее этот банкомат, у нас там веревка цеплялась. О, и тут что-то есть. О. Ого, реально сюда странно. Здоровое. Что-то большое, ну. Так. Что-то... Неужели Вадим Шлак наконец-то что-то достал? Отцепилось. Да рассказывай, да больше. Вот здесь прямо, я тебе отвечаю. Вот что-то в натуре тянет, а? Отцепляется. Да иди, подожди, давай вместе. Ой, блин, оторвалось опять. Я говорю, там надо нежнее. Ну давай как-то попробую. Да ты что, давай, вот оно, где у меня отцепилось-то? Вот здесь, по центру. Сейчас, подожди. Вот тут. Где? Вот, вот оно, да, подожди. Оно, походу, не магнитится, что ли, или что? Как не магнитится, я прям ну, как-то почувствовал. Слабенько магнитится, знаешь? Или оно все в глине, в или что-то такое? Надо тянуть аккуратно. Да подожди, сначала надо нормально зацепить. Вот здесь, да. Нет, да, я покажу, где был зацеп. Да ты с ума сошел? Да я тебе сейчас покажу все. Вот тут. Угу. Походу она упала опять на середину, и надо ловить. Шел четвертый час, как мы с Вадимом Шлаком пытаемся выловить чертов банкомат. И ладно бы ничего здесь не было, но ведь реально почти все указывает на то, что в этом водоеме затонул банкомат. И нам не терпится достать оттуда бабки. Ну сколько там может быть? Там может быть 2 миллиона, 3 миллиона рублей. И все про... Опа! Зацеп! Миллион рублей тянешь? Да может быть больше. Как пузырится миллион рублей? Сейчас, подожди-ка, мы узнаем. Миллион это 2 или 3? Аккуратно. Каждый банкнот у меня должен сохранить. Тихо. Что такое? Чу-чу. Это динамик. Это охранник музыку слушал просто. Да иди ты к черту! Во всех банкоматах есть динамики, это все знают. Во-первых, чтобы тревогу отыграть. Во-вторых, чтобы это... Ну, там, типа, вставьте купюры, вставьте это, озвучивать. Динамик должен быть. Так что это тоже часть вот этого нашего банкомата. Ты что, бросил уже? Конечно, бросил. Что тебя там ждать, пока ты там рассуждаешь? Ну, давай, давай. О, уже чувствую. О, банкомат поймал. А ты опять зацепился за него. Походу, там реально банкомат. Мы уже в который раз цепляемся в том месте. О, ушел. Сейчас. Чуть-чуть идет. И чуть-чуть очень тяжело. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, надо-ка вместе попробовать. Так. Я уже устал. Тихо-тихо, что-то пошло, пошло. Тихо-тихо. Ты сорвал. Ты испортил. Давай в то же место, где постоянно цепляет. Давай. Надо уже вместе реально вытягивать с того места. Мы сразу на него наткнулись, и походу это банкомат реально, или сейф от него. Я не попал на зацеп, по-моему. А не, вот оно идет. Вот, давай. Оторвалось. Давай. Если это сейф, давай вместе. Давай. А то тяжело. Это сейф! Это сейф от банкомата! Сколько там бабок-то? Как его скрывать-то? Ё-моё! Да не важно, это все мое, я же достал! Это все мое! Я достал, мы с тобой договорились! И что, мы вместе достали так-то? Ты что, берега попутал, что ли? Это мой сейф, я свои бабки из него забираю! Твои бабки, значит, твои да? Твои бабки! Бабки твои! Сейчас я тебе как дрыном-то умотаю! Ты положи, положи, положи сейф-то! Сейчас, подожди! Где? Давай! Это... Давай, ну. Давай по чесноку. Давай. Без кровопроителя. Чего? Все, что внутри, пополам. Пофиг, кто достал. Пополам. Миллион, 50 значит. 50. Да, миллион, значит, 500 тебе, 500 мне. 600 мне, 400 тебе. Нифига, 500 на 500. Ну ладно, давай. А ты что-то стоишь? Тоже хочешь долю? Да. Какую? Сколько тебе надо? Косарь. Хватит? 3% из его денег учитаю. Что это из него? Из общака. Из твоих денег и из твоих. Так это 6%. Ты что, охренел, что ли? Почему 6? Ну 3 от моих, 3 от... 33. Что-то много ты просишь, оператор. Ладно, давайте не будем драться, а то в натуре будет давай как в прошлый раз, когда мы вскрывали банкомат. Там чуть-чуть друг друга не порезали на самом-то деле. Давай скрывать. Ну давай, что, теми же инструментами, как и работали. Ой. Что, уже? Ты что, это что за подстава?
Где бабки? Он что, пустой? Где бабки? Сейф пустой. Ты мне обещал там много денег. Что мы там богаты будем? Это что за подстава? Ты валенок, Вадим Шлак. Ты, видимо, пока дергал там, крышка оторвалась, и все бабки выпали. Нырять надо. Они же в мешках герметично. Конечно, надо нырять. Вот иди и ныряй. Да кого? Ты видел, какая там жижа? Я и так уже весь из меня покрыт с ног до головы. Давайте по чесноку. Наберем 50 тысяч лайков, и я тогда нырну. Ну, сколько достану, фиг знает. Ну, понял, да? Снимать будешь, сколько достанешь. Я камеру выключу, и все. Короче, ребята, ставьте лайки, набираем 50 тысяч лайков, фиг с ним, нырну сюда и достану бабки из этого банкомата, посмотрим, сколько там выпало из Вадима Шлака. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить предложение. А с вами был я, Вячеслав Смылов, или живи. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.